Всем привет, с вами Михаил Карим, это экстренное включение. Только что вышло новое обновление в Майнинг Симулятор 2. Сегодня расскажу, что новое вышло, что появилось. Давайте приступим к первому. Первое, это вышло новое яйцо за 5 гемов. Она почти такое же, как Mystery Egg. Смотрите, тут написано Mystery Egg версия 2. Это тоже почти такое же яйцо, как Mystery Egg 1, но тут чуть-чуть поменяли. Вот тут есть кубок всякий, тут питомцы, конечно, мощные, да. Так, добавили, что еще у нас добавили? Добавили самое главное, сезон второй. У нас, получается, закончился сезон первый, только что добавили сезон второй. Будет длиться он 27 дней, 19 часов. Цена такая же, чтобы его купить. Задания такие же, собственно. И вот, получается, у нас уровни. Тут у нас добавили новое. 5 ящиков сезона второго крейта. Какие там скины, я, конечно, не знаю, но скоро будет видео, запишу вам, расскажу. Куплю пас, потом вместе с вами откроем, я потом открою, покажу, что там падает. Тут у нас сезон второй крейты, гемы, как обычно, бустики, сезон вторые яйца у нас, и в конце у нас получается экзотик Хексари у нас. Довольно прикольно выглядит, и за купленный пас мы получаем Shattered Soul. Сердце такое, разъединенное пополам. Что, получается, у нас еще вышло? Вроде бы все вышло у нас, все больше, только у нас вышло сезон второй и яйцо. Яйце падает, вот такие петы. Загадка из любого яйца падает. Смотрите, давайте я сейчас даже покажу. Сейчас у нас вот так падает. Тут еще есть секретки. Как говорится, секретки я сейчас вам покажу. Конечно, я их еще не выбивал, но скоро выбью, наверное. Секретки сейчас я вам покажу, сколько тут секреток. Вот, получается, тут секретки. У нас, получается, есть тут две секретки. Шансов я не знаю пока что. Вот эти две секретки. Две секретки, получается, у нас куба, который вот этот за 476 тысяч. И получается у нас вот это за 4, за 5, почти за 5 миллионов. Вот этот пит. Это тоже секретка. И за 48 миллионов это, скорее всего, тоже секретка. Вот такая у нас. Тут я вам сказал, все как обычно. Вот такие заданьки. Как обычно, также были у нас задания вскопать блоки, нафармить 280 сильвера, выбить 450 эпик петов. Локаций у нас новых не вышло. Так, в фабрике у нас ничего не вышло. У нас вышло только яйца и пас. Все. В очаровании самоцветов у нас тоже ничего не вышло. Все, как и было, так и осталось. Кирок у нас тоже, получается, новых не вышло. Ой, извините. Кирок у нас тоже новых не вышло. А нет, вышло, извиняюсь, не смотрел просто. У нас вышла свит Скупс. Довольно мощная кирка. За 45 500 гемов. Поверьте, это очень много. Получается, у нас вышел новый рюкзак за 24 500 гемов. Чиллер пэк на 20 миллионов вместимости. Ящиков у нас не вышли, и получается, у нас убрали ящик, который стоил 100 гемов за одну штучку. У нас его убрали. Так, локаций новых не вышло. Достижений новых тоже не вышло. Все как и было, так и осталось. Добавили у нас яйцо. Версия вторая. Пас. Кирку новую. И рюкзак. Локаций нет. Фабрик нет. Ничего не добавили. Драгоценный джин там ничего не добавляли. И очарование самоцвета тоже ничего не добавляли. Давайте сейчас чуть пооткрываю на последние гемы. Выбить тут довольно сложно что-нибудь будет, потому что шансы тут не такие большие. Точнее, огромные. Я удивлен, то, что кубок за 476 тысяч, он секретный почему-то. Да, гемов, конечно, придется потратить очень много, потому что у кого четверное открытие, получается, за раз 20 гемов тратите. Это очень много.
Ну, 5 гемов, конечно, слишком много. Сделали бы хотя бы 4, либо 3, как было в 5 июля. Так, я вам все рассказал. С вами был Хелкрим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, прижимайте колокольчик. Запишу чуть попозже для вас открытие паса вот этого. Посмотрим, что выпадает в яйцах, собственно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.